18 февраля в России отмечают День транспортной полиции. Это профессиональный праздник сотрудников подразделений МВД, отвечающих за обеспечение правопорядка на транспорте. С какими только туристами им не приходится сталкиваться. Героиня следующего фильма вполне могла бы оказаться у них на досмотре. Как? Узнайте на нашем телеканале в полночь. Смотри! Шоу устроили. История происходит в Санкт-Петербурге в самый разгар белых ночей. Обычной девушке Маше повезло встретить американца Тима, горящего желанием жениться на россиянке. В дорогом магазине жених покупает Маше шикарное свадебное платье, но оно возвращается в бутик. А после этого у Маши начинаются приключения. Она опаздывает к разведению мостов и попадает к полицейским. Как будто сюда вылили банку клея. Как это исправить? Никак. Продолжаем следить за работой хирургов из сериала «Анатомия страсти». Каждый день для них наполнен болью и счастьем, ссорами и примирениями, сложными дилеммами и необходимостью принять моментальное решение, от которого зависит жизнь человека. В этой серии в больницу попадает Тэтчер, которому нужна новая печень. Кто тут единственный человек, который сможет его спасти? Узнаем в 22:35. Норвегия. В переводе «Дорога на север». Это путешествие по диким, суровым, труднопроходимым местам. В очередной серии проекта «Мастер путешествий Европа» отправимся покорять страну викингов в Норвегию. Ее жители питают безграничную любовь к природе и пытаются передать красоту пейзажей в картинах и песнях. А многочисленные туристы обязательно посещают фьорды, представляющие собой морские заливы, берега которых изрезаны скалами с ледниками на вершинах. Только в Норвегии можно посетить музей кораблей викингов и увидеть рай для шопоголиков и театралов на одной маленькой улочке. Экскурсия по самой северной стране Европы начнется в 13 часов. В конце позапрошлого века это были главные морские ворота Палестины. Именно тогда, в 19 веке, у города появилась еще одна специализация. Ведущие документального сериала «Автотуризм» отправились в Израиль, чтобы выяснить, насколько эта страна дружелюбна по отношению к автопутешественникам, какие святые места обязательно нужно увидеть и чем может заняться турист в шаббат, то есть нерабочую субботу, узнаем в 22:00. Очень многие пациенты ждут доктора Брагина. Я попросила бы вас закончить побыстрее. Специалисты Института скорой помощи имени Склифосовского работают без выходных и днем, и ночью. Хирургу Олегу Брагину приходится ехать к Марине. У ее отца произошел новый приступ. Олег пытается успокоить расстроенную женщину, но встреча заканчивается ссорой. Его возлюбленная ставит ему условия. Какое решение примет хирург, узнаем в 17:30. 18 февраля 1911 года впервые была осуществлена доставка писем и посылок с самолетом. Сегодня это самый популярный и наиболее востребованный вид почты. Общайтесь больше вместе с телеканалом Енисей.